числе нарушений антисанитарные условия на прилегающей территории. Суд принял положительное решение о сносе магазинов, но предприниматель долгое время уклонялся от его выполнения. После того, как общая сумма штрафов достигла 120 тысяч рублей, хозяин павильона все-таки согласился с судом и пообещал самостоятельно провести все работы по демонтажу в течение 3-дневного срока. Организация должник, а также руководитель организации привлечены к административной ответственности. Также руководителю должника вручено предупреждение об уголовной ответственности. Ну вот эти все меры понуждения возыграли, как говорится, свою роль, да, понудили должника изыскать средства и самостоятельно принять решение о сносе. Предпринимателя также обяжут привести земельный участок в первоначальный вид. В настоящее время в Адлерском районе собираются демонтировать еще около 20 нестационарных объектов торговли.